Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я способна достичь своих целей. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что вы сегодня добьетесь поставленных целей. Ну а теперь важное послание на 15 апреля. Доверие к своим ощущениям. Если в последнее время вы явно ощущали повторяющиеся чувства касательно какой-либо ситуации, то стоит прислушаться к ним поближе. Избавьтесь от привычки обесценивать свои ощущения и перекрывать голос интуиции, который дает вам возможность увидеть истинную суть вещей и принять верное решение. Ангелы хотят, чтобы вы доверяли себе больше, чем кому-либо, и не сомневались в силе голоса своего сердца. Повторяющиеся ощущения будут появляться снова и усиливаться с каждым разом, пока вы игнорируете их. Только лишь для того, чтобы вы обратили на них внимание и сделали правильный выбор. И на протяжении всего дня обязательно проговариваем такие слова. «Я верю, что мои возможности не ограничены». Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, как перед вами будут открываться новые возможности.